На фабрике по производству жевательной резинки прошла учебная эвакуация. Пожарные проверили, насколько дисциплинированы сотрудники одного из крупнейших предприятий Московского района. Плановую эвакуацию фабрики решено было проводить без остановки производственного процесса. Около 300 человек покинули свои рабочие места. Условное тушение пожара и ликвидация разлива нефтяных продуктов на территории фабрики развернули сразу 5 тренировочных площадок. Одна из ключевых – обучение сотрудников оказанию первой медицинской помощи. Лучше всего это мероприятие производить тремя спасателями. Вовремя подоспела и пожарная машина, правда, в условиях учений всего одна. Фабрика имеет статус объекта повышенной пожарной опасности, а значит, в реальных условиях было бы около 8 расчетов. Данные объекты и объекты, которые расположены вот по четной стороне Пулковского шоссе, здесь, в принципе, реакция будет оперативна. Почему? Потому что здесь рядом две части находятся, в километровой доступности, так скажем. Замечания были в основном, что медленно выходит. Хотелось, чтобы выходили бегом, но выходят быстрым шагом. Такие тренировки на фабрике проводят два раза в год. И, как показывает практика, почти за 20 лет работы еще ни разу пожарный расчет вызывать не пришлось.